Здравствуйте, с вами снова я, Финляндия. Сегодня понедельник, я приехала за продуктами и хочу вам немножечко на рынке поснимать, какие у нас цены. Ну вот, предположим, возьмем молодая картошка, 3,90 стоит. Вот, вот здесь вот товары, которые все стоят 1 евро. Вот здесь вот запакованные, видите, бананы, лимоны, апельсины, лучок. А здесь вот у нас идет стройка. Здесь вот это в центре города, на центральной площади, нашли какие-то раскопки, которые ценность историческую представляют. И вот сейчас здесь там вот ведутся раскопки. Что там будет дальше, не знаю. Вообще планировали подземную стоянку. Что из этого получится, не могу вам сказать. Не могу. Так, пойдемте дальше. Вот перчик стоит 2,90. Сейчас я вам хорошие фрукты покажу. Вот клубника. Вот такая упаковочка стоит 2,50. Это горох по евро. Вот черешня испанская. Испанская черешня 12 евро. Абрикос испанский 5 евро. Это черника 8 евро. Вот. Дальше. Вот килограмм. Килограмм 6 евро. Вот такой лоток. Лоток тоже испанская. 6 евро. Хороший клубник. Буду возвращаться, себе куплю клубнички. Виноград евро 50. Ну, не знаю, что мне дадут. А вот что дадут тогда. Вот яблочки. По евро и по евро. Вот стоят такие большие холодильники, рефрижераторы, которые привозят эти товары, и тут они продают. Вот тут тоже вот все, видите, по евро. Здесь лимончики, зелень какая-то. Вот. Это молоденькая уже капуста, 2,90. Болгарская. Нет, ункари, это венгерская, наверное. Венгерская. Вот. В общем, такие вот у нас продукты. В смысле, овощи и фрукты. Овощи и фрукты. Вот какие-то малюсенькие игрушки. По 1 евро. Яблочки по 1 евро. Вот такой вот кусочек арбуза. Евро 90. А, нет, килограмм. Надо взвешивать его. Вот. Ну вот, это то, что я вам немножко показала. Вот, огурчики по евро, помидорчики. Это финские помидоры. Вот я люблю такие помидоры. Это тоже финские помидоры по 2,50. Ну, я вот яблочки по евро. Но я всегда беру участников. Я всегда беру участников. Вот у этой женщины я всегда беру вот помидорчики. У нее по евро есть, но не буду туда подходить, потому что там так, женщина там отоваривается. Вот кафе такое, видите, люди сидят, кушают. Сегодня утром у нас было. Видите, везде стройка. Вот центральная площадь, везде стройка, стройка, стройка. Солнце отсвечивает. Сегодня утром проснулась, смотрю, а у нас 0 градусов. 0 градусов. Ну, днем обещали плюс 14, плюс 16 даже. Сейчас очень тепло. Очень тепло, солнце. Сейчас я вам цветы еще покажу. Эти самые, где продают цветочки. Мне уж тоже надо пойти на кладбище. Там уже Нина, моя подруга, ходила. Родители проведывали мужа. Вот, и там уже сказали, все поубирали. Там же люди убирают, мы же платим за это. Вот, эти какие цветочки, надо высадить какие-то цветочки. Ну, я не знаю, эти, наверное, еще если ночью мороз, они подмерзнут. Вот, нарциссы, я что-то не вижу нарциссов. Вот, видите, написано, 1 евро штука. А если 9 штук, то 10 евро. А и 9 евро, 10 штук, неправильно сказала вам. Вот, такие цветочки, 4 евро. Ну, всякие, короче, цены, всякие-всякие. Это такие поделки из дерева, всякие лукошки деревянные, какие-то шляпки. В общем, такое вот. Это такие цветочки, которые подвешивать. Вот они стоят
6 евро. Но я такие не покупаю, у меня очень солнечная сторона, и они все у меня будут гореть. Вот розы такие красивые, видите, как красиво. А вот какие. Ой, 60 евро такой цветок, видите, 60 евро. Такой красный, такой синий. А какой запах от него исходит? Обалденный, обалденный. А это здесь такой, знаете, стихийный рыночек. Ну, здесь разрешают это, наверное, они это самое, налоги платят. Такой рыночек. Какая-то турецкая одежда такая дешевая. Вот тоже кафе. Люди здесь могут выпить кофе, какую-то булочку съесть. Музыка там играет. Вот. Вот такие вот у нас происходят дела. А запахи оттуда, с этой кафешки. Кафешки машины хорошие идут. Давайте буду закругляться. Сейчас иду уже на свою кормушку, как я ее называю. Там, где продукты нам раздают. Пока-пока. До новых встреч. Как домой приду с продуктами, вам еще сниму.